На центральном лечебном пляже в этот день многолюдно. Гости и жители курорта целыми семьями приходят загорать и купаться в море. Официальный курортный сезон еще не открыт, но все сотрудники уже на своих местах. На вышках дежурят спасатели, а в обновленном здании медицинского поста дежурят медики. В день бывает до 50-60 обращений. Самыми разнообразными, как говорится, патологиями. В основном это повышение давления. Люди находятся очень много времени на солнце. Незавершенное утопление, то есть спасли, да? Вот за тот сезон было 4 человека, которым была оказана первая медицинская помощь, эффективно, потому что девочки у нас работают очень долго. Вот, профессионалы своего дела вызывают скорую помощь, и скорая помощь приезжает и уже забирает, как говорится, людей, уже оказывают квалифицированную медицинскую помощь уже непосредственно в больнице. Купальный сезон пройдет с 1 июня по 30 сентября. В летний период будет работать почти 150 пляжных территорий. Практически все пляжи уже прошли освидетельствование. Этот сезон не будет похож на предыдущий. Более 90% пляжного оборудования заменено на новое. Арендаторы территории весьма добросовестно отнеслись к подготовке для приема гостей курорта. Кроме этого, этим летом впервые будет произведен эксперимент с уборкой травы комки. Теперь ее убирать будут прямо из моря. Ничего подобного никто еще не делал, потому что такого явления, ну, кроме как в Анапе, больше нигде нет. Мы изучали это опыт, это аналогичный мировой, но именно консистенция водорослей или количество, ну, нигде мы не нашли аналогов. Поэтому мы обратились к производителям нашего оборудования, которое занимается сбором нефтяных розливов. То есть люди знают, что такое море и как из моря удалять то, что в море не должно быть. Поэтому мы уверены, что оно будет очень эффективное. И при положительном опыте, я думаю, такую установку мы купим еще не одну и не две. Популярность Анапы неуклонно растет. В других курортных городах такого количества отдыхающих, как в Анапе, по словам гостей, сегодня нет. Отлично, супер, все очень понравилось. Я вчера была в Лазаревском, но пока что курортного сезона там как таковой нету. На пляжах пусто, еще пока что не готовы там, а здесь прям очень-очень много народу, все отдыхают, все купаются, загорают. Уже в ближайшие дни в основных крупных санаториях и пансионатах Анапы пройдут первые детские заезды. А это значит, что уже совсем скоро тысячи мальчишек и девчонок приедут на отдых к морю. Анапа к приему гостей уже готова.